Трубка Уильямса – это запоминающая устройство, подобное лучевых индикаторных трубок. Она была изобретена в 1946 году британским инженером Фредериком Уильямсом. Устройство трубки Уильямс похоже на устройство обыкновенной электронной лучевой трубки, используемой в телевизоре. В отличие от телевизора, на экране запоминающей трубки рисуется не картинка, а лишь знаки двоичных символов. Единица изображается точкой, а ноль крупным. Принцип действия трубки в качестве памяти достаточно прост. Электронный луч по мере поверхности экрана не только вызывает вспышки тех точек, куда подается заряд, но и оставляет его заряженным на 2-3 секунды. Это явление можно использовать как для формирования изображения, так и для хранения данных, если не уверенно игнорировать изображение, считывая состояние точек и производя их запись. Реальная процедура сложнее. Запись ведется в форме точки-тире, в которой представляли соответственно 0 и 1 двоичных данных. Для считывания информации к внешней стороне экрана прикрепляется пластина с электродами. На точку, с которой производится считывание, снова направляется электронная луч. Происходит вторичная эмиссия электронов, и точка обретает положительный заряд, независимо от того, какой заряд она имела до этого. Электрод на внешней стороне экрана позволяет измерить величину изменения заряда точки, то есть определить ее изначальный заряд и, следовательно, значение данного бита. Процесс считывания уничтожает информацию, которая хранится в точке. Следовательно, после считывания каждого бита необходимо повторно записать значение бита на люминофор. Трубки Уильямса применялись в качестве оперативной памяти на ряде компьютеров. Применение трубок Уильямса позволило осуществлять произвольный выбор, хранимую информацию вместо последовательной выборки и использования трубок.